Зрительский зал в Одесской мускомедии прямо сейчас преображается до неузнаваемости. Ведется замена кресел в партере. Также в театре уверяют, что зал понравится посетителям, а кресла нового образца будут очень удобными. Чем вы сейчас занимаетесь? Демонтируем старые ковролины и улаживаем новые. На каком этапе сейчас работаем? Ну, первую половину уже закончили. Вот эту часть мы уже закончили практически. Там остался только низ, остались бока, которые для того, чтобы можно было проходить. И мусор собирать, который от демонтажа. И сейчас начинаем уже эту часть, уже делаем подготовку к укладке. И с завтрашнего дня будем уже укладывать ковролин. Строители утверждают, что работу закончат до 30 января. В ближайших планах пока что усовершенствование партера, но в будущем, обещает директор мускомедии, ремонт всего театра. В общем, мы меняем облик нашего зрительного зала. Пока только партера. Это 916 кресел и почти 500 метров квадратных коврового покрытия. Замена эта возникла, необходимость в этом, потому что кресла, которые были установлены у нас в 2003 году, они были очень комфортные, очень удобные, и люди с удовольствием в них сидели, но, к сожалению, время интенсивной эксплуатации в течение 15 лет дало о себе знать. Больше 600 старых кресел, которые находятся в неплохом состоянии, отдали Одесскому театру юного зрителя и Дворцу культуры в Кодыме. Мы любим своего зрителя и хотим сделать приятное, поэтому мы вот в течение полутора лет собирали деньги и меняем сейчас ковровое покрытие и кресло вот в течение 2 недель. Уже в феврале наши зрители смогут комфортно сидеть в новом удобном кресле. Юлиан Аксенов, Павел Сычевский, Денис Рудь, телеканал «Репортер».